как же приятно приходить домой и понимать, что здесь тебя радует абсолютно все. Интерьер чистый и комфортный. И еще приятнее приглашать в этот чистый, приятный, свежий дом друзей и близких. Почему? Да потому что сейчас сделать ремонт оказалось очень дорого. Цены на стройматериалы взлетели, рабочие тоже выставляют счет такой, что стоит только ахнуть. С помощью нашего главного предложения дня мы сделаем быстрый и легкий ремонт. Буквально за 1 час, да еще и сэкономив. У нас с вами супер цена на блок интерьерного покрытия Нью-Йорк 1999 рублей. Такая цена у нас была в эфире только 1 раз, когда у нас была установлена единая цена на все предложения. Как с помощью нашего главного предложения дня блоков интерьерного покрытия сделать ремонт быстро, буквально за 1 час, расскажет и докажет наш эксперт Алексей Мичурин. Ну, во-первых, что такое блок интерьерного покрытия? Это вот такой вот лист с рифленой поверхностью. В данном случае она имитирует кирпичную кладку. А с оборотной стороны у нас мощный клеевой слой, который позволит вам наклеить блок абсолютно на любую поверхность, даже не подготавливая ее, то есть не выравнивая ее. Снимаете защитный слой бумаги, дальше прикладываете к стене и разравниваете голыми руками. Не выгоняем никакие воздушные пузыри, ничего особо не выравниваем, мы с вами получаем сразу же идеальный вариант. И с таким процессом справится абсолютно любой человек, потому что процесс похож на детскую наклейку. Блоки сделаны из вспененного ПВХ. ПВХ – это сейчас материал, который активно применяется в строительстве. Чем он хорош? Он не гниет, он не пачкается, за ним легко ухаживать. То есть эти блоки могут быть альтернативой кафельной плитке, потому что если на них попадает загрязнение, вы легко можете эти загрязнения протереть, убрать с поверхности, и блоки от этого не испортятся. А что это значит? Это значит, что их можно применять и на кухне в качестве кухонного фарфа, и в ванной комнате именно в мокрой зоне, возле раковины. Соответственно, вы что решаете? Вы экономите деньги, вы быстро делаете ремонт и вы быстро преображаете абсолютно любое помещение. Вот, даже если у вас нет никакого опыта в ремонте, менее чем за 2000 рублей, сегодня вы преображаете буквально мгновенно, легко, быстро и недорого вашу квартиру, ваш дом, вашу дачу. Сегодня цена главного предложения дня 1999 рублей. Вы получаете сразу 10 листов 70 на 70. И посмотрите, какие шикарные оттенки и фактуры, и текстуры мы можем вам предложить. Кирпичный, белый, греческий мрамор, который мы с тобой только что наклеили. Чайная роза, белая роза, пудровая роза – это такие дизайнерские покрытия. Альпийский дуб, золотой ретро, кленовый сироп – это все та же кирпичная кладка, но с интересной фактурой. А белый гранит, он какой особенный, посмотри, да, на кухонный фартук, например. Те, кто любит дерево, карагач, массив дуба, парижский туман, дуб молочный, дерево, за которым не нужно будет ухаживать. Да, а белая мозаика очень эффектно смотрится, объемно. И посмотрите, какая необычная корица под кожу, да, материал. А парижский туман и дуб молочный – это какая-то французская романтика. Менее чем за час вы преображаете свои старые унылые интерьеры. У нас 22 мая была распродана вся коллекция блоков интерьерного покрытия. Цена была точно такой же впервые за всю историю. И мы поняли, насколько сейчас для вас актуально преображать свои интерьеры. Ведь сейчас сделать ремонт выходит очень дорого и затратно по времени. Потому что, Леш, вот смотри, у меня друг делал себе кирпичную стену в комнате, так, на которой повесил телевизор. У него половина кирпичей отвалились. Я говорю, ну ты собираешься как-то это восстанавливать? Он говорит, я никак не возьмусь, потому что нужно сначала все снять, зашкурить, обработать, а потом снова здорово, все по новой. Да, совершенно верно. То есть для того, чтобы наклеить обычные обои, в принципе, клеить обои несложно. Но прежде чем их наклеить, нужно сначала подготовить стену, нужно ее выровнять, нужно отрезать обои, нужно проклеить их, промазать клеем. Здесь уже готовый материал, то есть мы не готовим с вами стену, вот она внизу у нас абсолютно не обработанная, бетонная стена, не выровненная, в ней очень много всевозможных неровностей, но мы не выравниваем, мы не тратим на это время. Почему мы называем ремонт за час? Да, это не тяп-ляп, значит, да, что мы быстренько сделали и убежали. Потом через неделю это все отвалилось. Классный, качественный ремонт, но именно эти блоки позволяют нам избежать утомительной подготовительной работы.
работы и по обработке стены, и по ее выравниванию. Вот здесь мы этого ничего не делаем. Блоки очень легко режутся. То есть, если вам нужно их порезать, вы берете обычный канцелярский нож. И легко и просто, проводя по блоку, получаете именно тот кусочек, который вам необходим. То есть легко вам можно будет обрезать дверные проемы, оконные проемы, вырезать розеточку, допустим, ту же самую, и получить классное, интересное решение. И для этого не нужны никакие специальные инструменты. Да, то есть, опять же, этот ремонт может делать обычный человек, который никогда в жизни не делал ремонта, давай. Вот, и мне так легко по правилам. Ну, слушайте, так редко бывает у нас такая цена. 1999 рублей за 10 листов, 5 квадратных метров стены вы с легкостью покроете вот таким покрытием. Посмотрите, Светлана Максимовна из Астрахани. Легко клеится, можно без ремонта обновить стены в комнате или в коридоре. Хорошо моется и не впитывается грязь. Супер, смотрится шикарно. Спасибо, вы нам присылаете очень много отзывов. И, конечно же, сегодня выгодно еще и, Леш, что? Запасаться нашими блоками интерьерного покрытия, потому что такой цены мы не знаем, когда она еще будет. Плюс у нас действует дополнительная акция «Охота на миллион». Чем больше заказов вы делаете, тем больше баллов вы получаете. И получаете призы от телеканала «Шоп-н-шоу». Копите баллы каждую неделю. Каждую неделю мы подводим итоги. 10 участников, главный из которых получает 50 тысяч рублей. Ну и выберем самого главного участника. Полмиллиона получит именно он. Ну, я хочу сказать, что наши блоки ведь не портятся. Вот я вспоминаю, старые обои, они постепенно желтеют. Да, данные блоки действительно не портятся. Еще раз напомню, то, что это вспененный ПВХ, не боится солнечных лучей, не боится влаги, наклеивается на любую поверхность. Можно миксовать. Вот смотри, часть стены оклеена блоками, а часть остается, допустим, либо покрашенной, либо под обоями. Можно наклеивать на ОСБ-плиты, на дерево, на покрашенную стену, на бетонную стену, на, естественно, на гипсокартон, на кирпичную стену. То есть любые блоки подходят. Что такое 5 квадратных метров? Вот они! Вот они! 10 вот блоков. В упаковке легко вы их получаете. Посмотрите только на эту красоту. Кирпичный или белый, а может быть греческий мрамор вы сделаете у себя на даче или в гостиной. Альпийский дуб, пудровая роза, белый гранит. Великолепно смотрится, имитирует очень дорогой статусный материал. Золотое ретро, карагач, кленовый сироп, массив дуба, белая мозаика, парижский туман, дуб молочный и кожаная корица. На любой вкус. Самое главное, успевайте, потому что цена только сегодня 1999 рублей со скидкой 63%. Преобразите свои интерьеры. Составляйте, конечно же, выгоду. Ну что ж, давай посмотрим, какая у нас выгода получается, да? Потому что у нас с тобой 5 квадратных метров. Да, ну вот смотри, кухня 6 квадратных метров. Нам нужно на фартук купить материал, работы, выровнять стены, и получается выгода 54 тысячи рублей, если мы будем сравнивать с обычным ремонтом.